Вы слышите ли проверка связи? Пожалуйста, напишите плюс в поле чата, если вы слышите мой голос и видите картинку. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Московское время 17:30. Есть кое-какие проблемы с камерой, поэтому, с вашего позволения, я проведу этот семинар только лишь через... Ну, то есть вы меня просто через камеру не сможете видеть. Итак, у нас целая обойма новостей выходила за сегодняшнюю торговую сессию европейскую. Конечно же, прежде всего, здесь данные публиковались про индекс настроения потребителей в промышленности, в сфере услуг, в экономике. И можно абсолютно точно судить о том, что фактически данные вышли несколько хуже ожиданий. Что, собственно, должно, конечно же, давить на европейскую валюту. В то же время выходили положительные данные по американской экономике. Потребительские расходы несколько увеличились, личные доходы, собственно, базовый индекс на расходов. В принципе, здесь не скажу, что столь хороший. Наверное, я вам поторопился это сказать, потому что я вот за этими новостями сегодня лично не следил, потому что они, конечно, не столь ощутимы, но видно, как бы выходили в среднем примерно на тех же показателях, что и предыдущие. Вот, то есть, в принципе, позитива здесь по американцу ждать, конечно, не приходится. Кроме всего прочего, вспоминаем те данные, которые публиковались в нашу пятницу предыдущую. Смотрим. Во-первых, здесь, конечно же, валовый внутренний продукт выходил в 16:30 по московскому времени в отчете за первый квартал 2013 года. Прогнозировали уровень роста на 3% по сравнению с предыдущим, а вырос всего на 2,5%. То есть хуже ожиданий, но лучше предыдущего показателя. Инфляция несколько меньше прогнозных ожиданий, то есть определяющихся по дефлятору ВВП. То есть в целом можно сказать, что данные скорее нейтральные вышли по американской экономике. И я вот, собственно, хотел бы вам рассказать про то, очень интересный факт, про методы расчета валового внутреннего продукта в США.
Знаете ли вы, что, например, в США включают в состав ВВП так называемую приписную ренту? Это арендная плата, которую вы должны были бы платить в качестве владельца домов, если бы жили вы в снятом жилище, но как будто бы платили за то, что вы сдаете ваше жилье. Ну, иными словами, еще раз. В США включают в состав ВВП так называемую приписную ренту, это арендную плату, которую должны были бы платить владельцы собственных домов и квартир, если бы они жили в снятом жилье, то есть не в своей квартире. То есть несуществующую арендную плату, которую они как бы платят сами себе. Понимаете, что эти цифры дутые. И ладно бы это влияло там на какую-то долю, десятую процент или сотую, но такая методика по сравнению с традиционными методиками, использующимися в остальном мире, приводит к завышению ВВП примерно на 10%. Кроме того, недавно в расчет ВВП решили еще приписывать новый показатель, который характерен для оценки брендов, так называемых, затрат на вещи, которые бы вообще сложно было оценить. То есть такие вещи, которые по большому счету очень как-то сложно оценить. То есть затраты, допустим, и выхлоп от каких-то исследовательских процессов. Ну как там оценишь в денежном эквиваленте? Это очень сложно. Но тем не менее они туда это закладывают. Поэтому цифры по американскому ВВП, конечно же, дутые, но тем не менее для рынка это определенный показатель. Еще по поводу амортизации, по поводу ВВП, туда еще включается, вдумайтесь в это слово, амортизация на бренд. То есть представьте, что есть бренд Coca-Cola, да? И на него они закладывают в ВВП амортизационное отчисление. Вы сами представляете, насколько это абсурдная вещь. Амортизация бренда, амортизация также корпоративного духа. Ну это вообще бред бредовый. Вот. Но тем не менее, это факт, почитайте источники. Ладно, подальше от фундаментала, давайте посмотрим теперь на технику, которая у нас, конечно же, показывает общий настрой по рынку. Видно, что по индексу доллара сказались в пятницу данные. Это нам кажется, что это бред. Ну вот вам не кажется, что затраты, точнее амортизация на бренд – это не бред? Или затраты на амортизация корпоративного духа? Мне кажется, что здесь просто это, не знаю, как-то… Ну, вам судить, ладно. Индекс доллара. Видим, что все-таки негатив по нему был за последние торговые несколько суток. Частично это связано, конечно, с публикацией данных по ВВП. Смотрим то, что вершинка не перебила предыдущую. В целом сейчас характер картины такой достаточно неустойчивый. Вверх цена не пробила, это говорит о слабости быков, но в то же время нижние границы тоже еще цена не пробила. Пока цена скорее движется в боковике. Определенно сказать что-либо здесь сложно. А что нам сложно сейчас об этом рассуждать? У нас есть какие-то проблемы с рассуждением о том, как американцы рассчитывают. Я про то, что, понимаете, нам не важно, да, как правильно это делать. Нам главное понимать истину. А истина такова, что реальная объективная ситуация в Европе и в оценке ВВП США вот, оставляет давать, ну, короче говоря, мы, оценивая их ВВП, видим, что там ситуация идет в сторону падения, а не роста. То есть те цифры, которые они рисуют, это дутые цифры. Евробакс. Вспоминаем, значит, то, что у нас есть уровни. Ну и что, 2% экономим. Ну и что?
Я к тому, что мы не себя сейчас оцениваем. И не то, что мы там можем вякать или, так сказать, не вякать, да? Мы этим самым можем понять реальную целостную картину, что в США сейчас не есть хорошо. Вот мы ценим, оцениваем с точки зрения выгоды, а выгода такова, что пока вот эти вот цифры дуются, конечно же, будет оказываться влияние на фондовые индексы, и на валютные рынки, но когда реальный объективный, когда придет тот человек, который оценит их ВВП реально и объективно, собственно, здесь все станет понятно. А что нас оценивать? Мы какое-то влияние даем на рынок или не даем? Мне кажется, что российская экономика, правильно, 2%, что мы там как-то можем повлиять на рынок? Мы на рынок повлиять не можем. Итак, европейская котировка к американской. Смотрели в пятницу в продажу, видели вот уровень сопротивления, вот уровень сопротивления. Да? Видим, что на сегодняшней азиатской сессии, ближе к европейской сессии, преобладали покупки по европейской котировки по европейской валюте, но тем не менее защитные ордера не были сбиты. Давайте поставим теперь два уровня сопротивления, которые нам продиктованы сайтом BarChart. Значит, один остается примерно на этих же уровнях, второй 1.30.58. 3058, 3084. То есть один из них был поставлен несколько ниже. Итак, значит, для тех, кто смотрит на европейскую валюту в сторону дальнейшего падения, я не вижу смысла ставить защитник ближе, пусть пока стоит на этих же значениях. Из каких критерий мы так судим? Падение, коррекционное движение и как бы здесь пробитие этого уровня, попытка, во всяком случае, прокола. Вот, и попытка торговли на нисходящем тренде. Поэтому по евробаксу сейчас новых сделок совершать не стоит. А если сделки открыты, то есть они еще пока не закрыты защитником. Пока стоим и ждем. По фунту. Фунту мы не совершали сделок. Значит, что здесь? Фигурка продолжения формировалась, то есть раз, два, такие два слабеньких импульса, и все они обильно нам показаны с этими самыми тенями. То есть, в принципе, как бы смотреть вверх можно, но, как говорится, очень осторожно. Я бы сейчас пока подождал. Такая же ситуация касается и доллара швейцарского франка. Что касается доллара и японской иены, опять коррекционное движение. Вторая, даже третья попытка пробить этот уровень не увенчалась успехом. Еще больше опустили эту валютную пару для того, чтобы, так сказать, набраться сил и пробить наконец-то отметку 100. Если смотреть по серьезным инвестбанкам, они, конечно же, смотрят на то, что примерно курс будет на отметке 105 в ближайшие кварталы текущего года. Поэтому смотреть в рост, конечно же, в среднесрочную перспективу более предпочтительно, да и в краткосрочке, конечно, тоже это более предпочтительно. Сейчас для точки входа у нас сигнала, к сожалению, но нет. Еврофунт. Вспоминаем то, что в Европе у нас капец полный. В Великобритании ВВП показали несколько улучшения ситуации, поэтому смотреть в сторону продаж, конечно, было бы более здесь предпочтительно. Что мы и делали? Мы ставили в продажу вот на этом уровне, ставили защитник вот здесь вот. Сейчас постараемся пересмотреть уровни. А уровни выглядят у нас следующим образом. А вы знаете, к сожалению... есть. Нашел. Так, 0.84. 458, ближайший уровень сопротивления для этой валютной пары. Следующий уровень 0.84737. Итак, у нас есть возможность выставить защитник выше второго уровня сопротивления, и за счет как бы волатильности можно предположить, что цена не дойдет до защитника. То есть вот у нас вход 84.95, стоп-лосс на 84.815. Где найти вот эти вот самые уровни? Да? Переходим на сайт BarChart, фьючерс,
Нажимаем CDIMS, нажимаем Futures Market и смотрим All Futures Markets. И находим. Ну, допустим, что нас интересует. Вот австралиец доллар. Вот нажали сюда, нажали на ближайший фьючерс и посмотрели. Вот они, саппорт и резистенс лайн. В правом уголочке здесь ниже. Так, австралиец к доллару. Пока давайте смотреть давайте по австралиец пока в сторонке. Нечего нам здесь делать. У нас есть более интересные валютные пары, такие как доллар-канадец, например. Вспоминаем ситуацию. Ситуация развивается в рамках треугольника. Долго так мы движемся в рамках этого треугольника. Здесь линия сопротивления, конечно же, вершинка подошла к этой вершинке, но не остановилась. Там у нас были совершены сделки согласно вот этому фрактальному значению в продажу. Вот, ставили защитник сначала вот здесь, вот если прям на долгую перспективу, вот здесь вот защитник ставить правильно. Для краткосрочки вот здесь вот ставили. Теперь у нас есть другой уровень, сделка, конечно, профитная у нас здесь. Давайте посмотрим. Здесь уровень можно перенести 1.0181. Ну и, конечно же, подтягиваем сюда защитник. Вот сюда перетянули на отметке 1.0184, ставим свой защитный ордер стоп-лосс. Для этого у нас сделка принесет там чуть больше 60, около 60 пипсов, вот, что для краткосрочки нормально. Итак, повторяю сделку 1.0183, защитный ордер стоп-лосс. Евро-иена. По евро-иене сработали в убыток, покупали, после пробития этого фрактального значения рассчитывали на рост. Потом цена подошла, стоп-лосс не закрыла, еще раз выходила в плюс. Потом все-таки закрыл наш защитник. Что мы здесь делаем? Убираем точки на вход. А сейчас, кстати, имеет смысл дальше смотреть в сторону роста, потому что всем известны факты о том, что евро-иена, да и вообще все, что сказано, связано с иеной, будет снижаться. 126.96 первый уровень поддержки, второй 125.94. Вот так вот. Итак, если совершаем сделки на покупку, располагаем свои защитники вот здесь вот. То есть ниже этих уровней на отметке 125.68. Расходящийся треугольничек, фигурка такая формируется. При пробитии заработаем на росте. Есть ли какие-либо подтверждающие факторы? Ну, в принципе, да, на часовике есть наличие фрактала здесь, поэтому ничего не боимся. Совершаем сделку на покупку отложенным ордером при цене 128.41 с защитником на отметке 125.68. Смотрим дальше. Евро-швейцарец постоим в стороне. Евро-канадец. Давайте подточим нашу сделку. Вспоминаем опять же ситуацию. Здесь схожая ситуация. То есть канадец крепнул ко многим валютным парам. Мы за этим пристально следили. Падающий рынок. Рядом с уровнем сопротивления находится RSI близко к зоне перекупленности в контексте падающего рынка. Вот, то есть мы видели, что цена оттолкнулась, мы на этом заработали, потом еще разок попытка вторая, то есть вершинки не перебиты, поэтому силы быков здесь очевидно сломлены. Мы ищем точку на вход. Точку входа нашли, вот здесь продали, видим, что рынок движется дальше вниз. Стоп-лосс стоит здесь, сделка профитная. Сейчас я найду опять же уровни. Первый уровень на отметке расположен 1.33117, ну, примерно на том же уровне, и второй 1.33543. Так, а что, не туда. 1.33543.
стоп, я просто не туда выбивал. 1.33.117. Вот так вот. Вот это вот другое дело. Итак, стоп можно подтянуть сюда, но его, скорее всего, здесь лежит, а вот здесь вот будет поставить абсолютно правильно. Ну, короче говоря, ближе к зоне без убытка на отметке 1.33.63. Ставим защитник по евроканадцу и смотрим дальше вниз. Евро-австралиец нижней границы не перебил. Стоим, смотрим на то, что цена по евро-австралийцу будет дальше снижаться. Здесь это наиболее вероятно. Вот, поэтому и здесь оставляем 1.2592. Смотрим в сторону продаж по евро-австралийцу. Тынь-тынь. Вот так вот. И дальше вниз. Смотрим далее наиболее интересные моменты. Ну вот, кстати, вот хотелось бы посмотреть фунт японец, как он себя ведет. Фунт японец. Прежде всего, конечно, здесь важно смотреть на публикацию положительных данных по экономике Великобритании, ну а, собственно, японская иена должна снижаться по уже известным факторам, их как бы 10 тысяч раз перечислять уже не хотелось бы. Надеюсь, что вы следите все-таки за движением фундаментальных данных. 151-193 — это support line или уровень поддержки, если по-русски. 150-347 — это второй уровень поддержки. Поэтому, располагая защитные ордера ниже их, совершая сделки выше уровня, $152.31, мы имеем возможность работать дальше в рост. Фунт канадец. Кстати, вот несмотря на то, что канадец укрепляется ко многим валютам, да, все-таки против фунта он стоит примерно на тех же уровнях, поэтому сюда мы лезть не станем. Фунт швейцарский франк. Давайте вспоминайте, что мы тут смотрели. А смотрели мы с вами в продаже. По каким критериям мы оценивали? Вот уровень сопротивления. Да? Цена подошла сюда, оттолкнулась. В контексте вот такой вот движухи. Долгосрочно, естественно, у нас движение вниз. Поэтому ищем точки на продажу. И уровень сопротивления здесь по RSI, также он ближе к зоне перекупности в контексте падающего рынка. Ну и, конечно же, формирование фигурки, вот в данном случае разворотного типа. Где мы продавали вот здесь, и у меня стрелочка здесь помечена, да, и вот здесь вот стоит защитный ордер. Сделка у нас профитная, правда, в небольшом профите, конечно, но смотрим дальше. По евро, по британцу со швейцарцем первый уровень сопротивления будет на отметке 1.46. Да, опять не туда пришел, сори. 1.46.070. То есть чуть-чуть пониже текущих уровней. И второй уровень 1.46.260. А вот сюда поставили, значит, снижаем свой стоп до 1.46.44. Смотрим дальше вниз. Сделка сулит очень неплохую прибыль. Сейчас перейдем на те сделки, которые у нас были совершены. Вот, кстати, австралиец, канадец. Вспоминаем тоже у нас здесь. Вот какая ситуация. Канадец укрепляется, заметь, против всех валютных пар. Ну, во всяком случае, которых мы видели. Движение в рамках бокового такого интервала. Раз-два в контексте растущего рынка. Это разворотный тип модели. Падение. Подтверждение и движение дальше вниз. Вот здесь вот продавали, стоп ставили здесь. Где сейчас имеет смысл ставить по австралийцу-канадцу стопы? Сейчас я вам скажу. 1.04.807. Вот здесь вот. И второй уровень. 1.05.303. Итого, вот здесь вот защитный ордер. Вот этот вот нам пока не интересен. Это тоже убираем. Вот он, стоп. 1.05.37.
1.05.37. Ставим защитник австралиец-канадец. Пробежались быстренько еще. А вот, собственно, Алена спрашивает. Пожалуйста, где, подскажите, поставить Фибоначчи на новозеландец доллар? А я не знаю, куда вы смотрите. Просто падение. Вообще здесь скорее движение в рост, потому что вот он оптимистичный рынок здесь. Да, поэтому здесь, конечно, больше смысла покупать. Если по FIBA, то разбрасываем вот такую вот модельку и смотрим в рост. Стоп для текущих ситуаций на 0.85.033. 0.85.033. В расчете на рост. Вот интересная валютная пара. Австралиец, новозеландец, кстати говоря. Посмотрим, что у нас здесь по ней происходило. Постараемся подкорректировать. Во-первых, здесь в широком смысле, конечно же, падение. Вот он, трендище такое, нижние уровни пробиты, пробиты, проколоты и двигаются дальше вниз. Мы совершили сделку на пробитие, здесь постоянно перенося защитный ордер. Итак, у нас защитник стоит где? Ай-яй-яй. Видим, да, что он был закрыт. Очень жаль. Это лишь шип, который проколол наш защитный ордер, и цена дальше двинулась вниз. Очень неприятно, однако это очевидность и это факт. Поэтому эту сделку мы с вами убираем. Она нам принесла лишь небольшой профит, вот, хотя могла, конечно, принести гораздо больше всяких сладостей. Что еще здесь из интересного? Наверное, продолжающийся рост золота против доллара. Ну и, собственно, серебро тоже немножко движется вверх. Я не считаю, что имеет смысл покупать сейчас эти активы. Идет маленькая такая разводочка. Ну что, собственно, наверное, все. Что бы вам еще хотелось услышать? Были еще просьбы прокомментировать движение евро к баксу. Евро-баксу смотрю пока в сторону падения. Вот, тем более на 4-часовике сформировался додж рядом с уровнем сопротивления. Кстати, давайте-ка мы с вами прочерчим уровни по этой валюте. А, мы ставили 1.3058, он остался, и 1.3084. То есть это те же самые уровни, на которых, выше которых имеет смысл выставлять свои защитные ордера. Ну и стоп стоит на отметке 1.3449. То есть для тех, кто открывали сделки в пятницу, в четверг, имеет смысл сохранять позиции. Но для тех, кто совершали, для тех, кто не стоял в позициях, лучше воздержаться от сделок. Потому что ситуация сейчас очень такая неявная. Лучше работать на пробитие, если цена пробьет вот эти вот свои донышки. Поднимется до уровня 31. Ну, в общем, вот он у нас уровень 31. Я не вижу, что там есть какой-то уровень сопротивления такой вот сильный, да, ну, во всяком случае, по фьючерсам. Ну, вот. Лучше ставить выше него. То есть 31, видите, уже как бы прокалывал, закрывал защитники таких вот начинающих трейдеров. И, собственно, цена пытается дальше спуститься. Я не знаю, дойдет он до туда за сегодня или нет. Вот. Но то, что здесь сопротивление больше, конечно, это очевидно. По фунт-доллару. По фунт-доллару стоим пока в стороне. Вот что сейчас пересилит? Трудно сказать. Так-то сходу, если сказать, то силы больше, конечно, у быков, но их не так уж и много. Пока стоим в стороне. Что касается нефти, ну давайте посмотрим, если вам интересны котировки на нефть. Вообще в широком смысле, опять же, нефть развивается в рамках вот такого вот широкого диапазона. Заметьте, что очень схоже поведение с канадцем. Вот. То, что сейчас в боковике развивается вот в таком вот, это вот должно быть, конечно же, понятно. Вот. До верхней границы идти совсем чуть-чуть, вниз не стремиться. Идти, ну что, бочина, что можно сказать. Будет перекуплено с PRSI, можно будет продавать. Перепроданность покупать. Сейчас рано что-либо делать. Наибольшая вероятность того, что цена пойдет вот сюда.
к отметке 98.32. Это нефть, напомню, марки WTI. Итак, ну что ж, на этом все. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. С вами был Матвеев Леонид, аналитик компании Альпари. Ждем вас в следующий раз. В это же время приходите, приводите своих друзей и близких, обсуждайте. Ну, в общем, всем попутного тренда, успехов, сплошных профитов и берегите себя. До новых встреч.